Вітаю всіх глядачів першого міського. Це проєкт «Інтерв'ю дня». В студії працює Владислав Новіков. Сьогодні в мене в гостях фіналістка чемпіонату Європи з фітнес-моделі Марина Гутовська. Доброго вечора. Добрий вечір. Зайняте шосте місце, правильно? Да. Ну, розкажіть, взагалі, давайте почнемо з того, давайте з самого, мабуть, початку. Хто така фітнес-модель? Девушка, спортсменка, это тоже спортсмены, которые занимаются в зале. То есть не может обычная девушка прийти с улицы и сказать, вот я худенькая, я хочу на сцену. То есть все равно нужны наличие мышц, небольшое наличие мышц. Не такая великая, как в якійсь іншій категорії. Да, даже вот фитнес-бикини, это уже более крупнее девочки идут. А скільки, які бувають категорії? Фітнес-модель, фітнес-бікіні і боді-фітнес. Боді-фітнес. Це ще крупніше, ніж фітнес-бікіні. Це як? Це зовсім масивне, так. Да. Уже такі більш на мужчин похоже, ну. Ага. Ну і все. А ви от як починали? Была в декрете. Так рано, да? Да. Сидела дома, смотрела в Инстаграм. Вот мне очень нравились спортивные девушки. И мне хотелось также заниматься в зале и вот создать себе такое же тело. Нескромне таке питання, але все ж таки, ви були незадоволені вашою фігурою? Нет, я была задоволена, но я была худенькая очень. Ага. Мені не хватало, мені хотілося там попу побольше, ножки. Саме спортивну таку, да, якусь, да, ізюминку, скажімо так. І я от зібралась силами. Мені друг мій допомог, привів мене в зал, тому що я сама не пішла, як многі бояться самі йти в зал. У вас була проблема такого стереотипу, що да, я от стеснялась. А чого? Чого саме? От було прийти, таке відчуття, так? Да, от я прихожу в зал, і я, виходить, буду думати, а правильно я делаю, то ли я делаю. На мене хтось смотрить, хтось сміється, що я не так делаю. Но коли от я сама вже, я вже п'ятий год займаюсь, і коли дівчатки приходять, от многі теж говорять, от я говорю, да не стесняйся. Появляется уверенность, вот когда ты спортом занимаешься. Я теперь могу сама в любой зал пойти, мне никто не нужен, и я буду... Ну, бо ви впевнені, що да, ви вже, я уже... доросли до того, чого, мабуть, хотіли. Но всем рассказываю, не бойтесь, не стесняйтесь, не ждите кого-то, кто вас поведет. Ну, це працює отака порада, чи все ж таки... С некоторыми да, с некоторыми нет, но... У вас є знайомі, які, ну, так, ну, вагаються? Ну, мені лично девочки занимаются. Они мне звонили, говорят, вот мы боимся, стесняемся, но мы, я говорю, давай вот с тренером, начни с тренером. Не надо, подружка не пойдет, у меня многие, у меня никто с подружек со мной не пошел. Если бы я их ждала, я Це бы в зал не пришла. Це перший самый раз, коли ви починали. Да. Вас відвів друг. Да. Он просто ходил в зал и говорит, ну давай я с тобой пойду, вот приведу тебя, покажу. Йому дуже велике спасибо, якщо він мене смотрить. Я думаю, буде дивитися. Цікава історія початку чемпіонки. І от був великий стрес для вас, коли ви прийшли? Ну, так. Да. Ну, як, ну, я стеснялась, боялась. Ну, наверное, місяць где-то я привикала к залу. А потім воно как-то вот мене затягнуло. Правильне питання перейшла. Було тяжело, звісно, переходити на правильне питання. Ну, от спорт держалась. І їжа, вони повинні отак, да, йти нога в ногу, да, скажімо? Да. Немає сенсу йти до залу без... Ні. Получається, в залі це 30% успіха, все остальное питання. Так. То есть не так, як многі думають. Ну, генетика – це теж спорний вопрос. Дівчинка може бути там полненька, але якщо вона буде соблюдати всі... правила, вот зал, питание, она вполне может стать такая, как я. Но этого нужно хотеть, желание очень большое. Немногие выдерживают. Вот именно правильное питание выдерживают не все. От многого нужно отказаться. И как вытримать ось с высоты вашего, скажем так, полета, что Ну, у меня есть бачите? Мотивация. Яка сама? Ну, вот соревнования. Хочу добиться вот успеха в этом.
спорте. Хочу, щоб мене от знали як от таку хорошу спортсменку. А коли от починали, ви взагалі про це думали? Ви вважали це реальним? Да, я смотрела, я подписана вот в Инстаграме на много наших украинских девочек, которые чемпионки не только у нас в Украине, вот Европа, мир. И, как бы я смотрела на них, мотивировалась ими и говорю, ну они смогли, почему я не смогу? Це дуже добре, коли нема таких преград у вас. Ну просто у мене є от огромне желання, от прямо огромне, не знаю, мене, наверное, не остановить. Шосте місце. А от ви почали, і якась є перша така, ну скажімо, міні-перемога, чи не міні-перемога, ну, щось да, таке для значне? Мене це, от іменно от Європа, для мене це, да, міні-побіда. Оце шосте місце? Да. Ні, а я кажу про те, що от раніше, от коли сама перша якась перемога така, щоб... То, що я на сцену вийшла, було дуже страшно. Дрожали руки, колени, даже улыбка вот улыбалась, дрожала, мне было очень страшно. Я даже вот помню первый выход на сцену, я не помню никого, я не видела судей, я не видела зал. Адреналин затьмарив. Да. Сейчас я вижу всех, я смотрю. Це дуже добре. Не впали тоді? Нет, ну очень так, конечно. Смотрю там фотографии, видео, позирование ужасное, ну... Потому ну, что це, мабуть, так стоїш, видно, що ти така стоїш вся испугана. Конечно, с опытом все приходит, и ты каждый раз увереннее, увереннее. И... Ну, про це точно з вами згоден. І перша от якась перемога, де ви отримали якесь місце. Коли це було? Это был чемпионат України 2018, четверте место, но в категории фитнес-бікіні. Це якраз ота категорія, де потрібні... Мишці і сухость. Рельєф дуже такий великий. Акцентується увага на рельєфі саме. Да. А тут трішки не так було. Ну, здесь поменьше, да. Здесь такі утончені, длинноногі. А як ви зрозуміли, що треба піти сюди, а не туди? У нас є Дніпропетровська федерація, є президент, у нас проходять... два раза в год собрание, мы позируем, нас смотрят, дают нам какие-то рекомендации, и я ж вот выступаю, у меня как бы то попадаю в финал, тоже вот так, топ-6, вот на Украине четвертое у меня было, если еду, конечно, Киев, там приезжают более девочки, такие хорошие, мне с ними прям соревноваться очень тяжело, и мне вот президент наш Дніпропетровська федерація говорить, давай все-таки, наверное, фітнес-моделі. Фітнес-моделі буде... Это, говорить, твоє. Він зрозумів це по комплекції? Да, вот. Потому что я стою, вроде сама по себе отдельно, мышцы все есть, только я становлюсь в линейку с девочками, я против них очень-очень маленькая и худенькая. Ну, це от дуже добре, коли є варіанти, де якщо там по комплекції ти чи по генетиці якось не проходиш в один етап, то можеш... В моєму випадку, ну, як би, да, тому що, якщо б, либо більше розкачуватися, чого я не хочу. Це ще один плюс для дівчат, є варіанти, варіація участі. Можна вибрати для себе. Ну, здесь ще плюс в тому, що ми виходимо в купальниках, в платях, це така, як от... приравнивается как мисс Вселенная, да, вот они там красивые, изящные. Фитнес-бікіні, так, це коли м'язи повинні бути. Да. Фитнес-моделі, за якими критеріями вас оцінюють? Ну, вот красота лица, красота тела, должно быть вот гармонично все смотреться. Такі стандарти якісь повинні бути. Ну, стандарт, вот они смотрят, получается, ты должна быть грациозная, уверенная в себе, показать себя во всей красе, чтобы судья вот смотрел на тебя, не мог оторвать от тебя глаз, и ты должна его, ну, как бы своей красотой, не знаю, боять. Харизма якась. Да, и вот... И це грає велику роль. Да, то есть это как вот фитнес-модели, как маленькое шоу, особенно когда мы в платьях выходим, ты должна в нем, не знаю, там, порхать на сцене, именно вот показать себе, вот я могу такой быть, вот
На жаль, у нас нема відео, але я впевнений, що той, хто хоче, зможе знайти. Да, в інтернеті є. Угу. А зараз ще поговоримо про сам виступ ваш. А як готувались? Я не планувала їхати на чемпіонат Європи. Я спочатку от Україна, наші обласні міста. Но я заняла в Кременчуге первое место, потом Кубок Украины второе. Угу. И а Кубок Украины это был отбор на Европу. Угу. И те, кто проходят вот в финал, могут ехать на Европу. И мне говорят, давай, почему вот у тебя так хорошо идет, ну почему бы и нет. Я посоветовалась со своей семьей. Угу. И они сказали, конечно же, да, едь. Они меня все поддержали. Угу. Вы принимали участь просто не для того, чтобы поехать на чемпионат Европы, а просто заради... Я планировала, но не сейчас. Не так скоро? Да. Ага. Я сама вот для себя, мне неожиданно, что я вот так быстро туда поехала, попала. Ну, може, це так повинно було статися? Ну, я теж так, значить, да. А коли відбиралась на чемпіонаті України, друге місце, так? Да. Важко було там? Да, потому что у нас была категория абсолютная. Мало девочек приехало, у нас тоже ростовки. Угу. До 1,63 м, до 1,68 м и выше 1,68 м. Если набирается меньше, чем 5 участников вот в категориях, то всех объединяют. Угу. И получается вот и высокие девочки, и низкие. А низким с высокими тяжело. Конкурувати тяжко. Да. А, и как было? Ну, первое место высокая девочка заняла, второе я. Угу. Потом третье, там, по-моему, меньше меня. Какой у вас зріст? 1,66 м. Угу. А девчина, яка была на першому, вона была набагато? Ну, даже, да, она 1,75 м или 1,73 м. Угу. А занято 6-е місце, це для вас було очікувано? Нет. Я там, получается, у нас как, когда мы выступаем, вот нас всех вместе сравнили, потом так званый первый call-out. Вызывают вот первую шестерку, угу. Но вызвали четверку, я туда не попала. Двух девочек еще не вызвали, держали так под таким, я такая думаю, ну все, меня не вызвали, хотя еще две остаются, и до последнего они не вызывали. Всех шестерых. То есть угу. Вот 4, 4, 4. Я уже даже когда выходила там, я уже была немножечко, наверное, расстроена. Я думаю, ну все, приехала. Все пропало. Хотя бы, я так надеялась, хотя бы в финал попасть. Угу. И когда мы уже стояли на сцене и объявляли, кто не прошел, и меня не назвали, я там... Вселенская радость была, может быть. Да. Угу. А еще далее відбувалось, как... Потом снова мы вот все позировали в купальниках, ага. В платьях, вот все шесть девочек, которые, угу. Дефиле по отдельности, каждая себя представляла. Це, мабуть, довго все відбувається, да. Втомлюєтесь? Да, еще с учетом того, что мы не кушаем в этот день перед чемпионатом и не пьем воду, чтобы жаль. Плоский животик был. А соревнования в 6 вечера начались, угу. И где-то были 10-11. Угу. От ми трохи підійшли до теми сушка, так званої. А у вас це практикується? Да. А ви це робите? Да. Ну, давайте для тих глядачів, хто не зацікавлений в спорті, не розуміє, так, в двох словах, що це таке? Это рассчитывается калорії, определенное количество калорій, за пределы которых выйти я не могу. И за счет этого уходит жировая прослойка. Простыми словами, вы меньше есте? Чаще, меньше, да. Ем в основном вареное мясо, овощи, ну, каша, гречка. Ну, я так розумію, це стрес не тільки для фізичного організму, а ще й для психологічної. Да. Для психологічного стану. Потому что все время хочется кушать. Ну, вдається себе втримати? Ну, мені вже так. Да. Угу. Перший, коли мій соревновательний сезон, сушка, я часто зривалась, там ті ж конфети їла, потім винила себе, угу. Говорю, боже, я на соревнования вийду ну, не просушена, угу. Так, як потрібно. Зараз це у мене вже
Я выступаю с весны 2018 года. Угу. Это весна, осень. Это четвертый или пятый? Угу. Мне уже легко. Ну, угу. То есть, ну, вы звыкла. Все, у меня есть уже цель. Я иду к ней. Угу. Да, я вот привыкла. Так, мені... буде міні-провокативне питання, проте нічого страшного, я думаю, не метушиться. Спорт, коли він, ну, в міру, він дуже, ну, потрібний організму, це круто. А коли йде сушка, це ж, мабуть, ну, дуже шкідливо. І, можливо, в цей момент вже, ну, треба перестати це робити, як гадаєте? Ну, так, да, сушка, якщо... переборщить, это, конечно, для женского здоровья вред, но если правильно сушиться, придерживаться БЖУ. Ну, теж є якісь норми, не фанатично, да, все це так. Да, то есть не убирать полностью, как вот девочки есть углеводы убирают, жиры, нет. Все в пределах нормы, никакого стресса, пьются витамины в этот период. Я жива, здорова, волосы все на месте. Шосте місце, так? Да, настроєння хороше, не бледне, сознання не теряю. Так, ви дуже гарно виглядаєте. Спасибо большое. Я ще раз вітаю вас з перемогою. Зайняти шосте місце – це дуже круто, як для нашого міста, та й взагалі, як для України. Я бажаю вам тільки більшого натхнення, працьовитості і ще більших перемог. Там п'яте, четверте, перше місце по Європі. Гадаю, все у вас вийде. Спасибо большое. Дуже дякую вам. Марина Готовська, фіналістка Чемпіонату Європи з фітнес-моделі, була у нас в гостях. Наразі проєкт «Інтерв'ю дня» будемо завершувати. Для вас в студії працював Владислав Новіков. Побачимось на головному телеканалі міста.